Всем привет! Приехал ко мне вот такой вот квадрик. Правда, я заказывал его не себе. Это захотел племянник, поэтому погонять на нем где-то там, полетать, дабы не разбить, у меня не получится. То есть я его хочу открыть, проверить, посмотреть, сравнить со своим вот этим вот квадрокоптером, насколько у них большая разница по размеру. Очень мне интересно. Потому что вот этот у меня миник летает или микро. Летает классно, конечно, но он не очень стабильно держится на одной высоте. Хочу сравнить его вот с этим, как этот будет себя вести. То есть подлетну чуть на столе, посмотрю, что в коробке, пощупаю, потрогаю, ну и запакую обратно. Значит, не помню, какого цвета уже заказывал. Их есть две комплектации, это красно-черный и зелено-черный. Зелено-черный. Значит, в коробке мы имеем зарядку и ремкомплект, 4 пропеллера. Но хотя здесь такая защита, что, возможно, это, ну, наверное, менять придется защиту вместе с корпусом, если разломается, но не пропеллеры. Ну, не знаю, может, упадет в траву, там что-нибудь закосит, или руками сломать только если. В общем, зарядка и 4 пропа. Это уже хорошо. Так. Инструкция. Инструкция традиционно на английском и, наверное, традиционно на китайском. Ну, я знаю, что у него есть headless мод. То есть, независимо, как повернешь квадрик, если его направишь к себе, он к тебе прилетит. Это будет боком, может, задом, может, передом. И есть возврат домой. Возврат домой, мне кажется, тут полная ерунда, потому что на вот этом тоже есть возврат домой, но он летит куда-то в стену постоянно. То есть это ерунда. Хорошо упакована посылка была, в принципе, ну, в пене замотана, но жесткая коробка, ничего не пострадало. Плюс еще здесь довольно-таки получается крепкая упаковка. Дошел замечательно, я очень удивился работы нашей почты. Сам квадрик, размером он 8 на 8, то есть довольно-таки маленький. Ну, довольно-таки тяжелый, я могу сказать, то есть по сравнению с моим гораздо тяжелее. Да, по размеру сразу видно отличие, этот гораздо крупнее, гораздо больше. Я, в принципе, думал купить такую раму, она продается отдельно рама, отдельно корка, отдельно пропа, отдельно моторы, отдельно мозги. Но я понял, что эти моторы сюда не встанут, это точно. Так что я себе тоже, наверное, буду заказывать этот. Мне он уже более симпатичен, благодаря защите. На этом защита была родная, она летала, в принципе, неплохо, когда он падал, ну, она гнулась, но потом сломалась. Потом я купил две неоригинальные, те вообще с первого падения лопаются, трескаются, ну, ерунда, короче. То есть, а так постоянно он лопастями цепляется, тоже не очень интересно. Так, что мы имеем в комплекте? Мы имеем аккумулятор, который съемный. Съемный аккумулятор — это плюс, то есть вы можете купить 3-4 штуки, 5-6-7, зарядить и спокойно летать, там, полчаса, час, прикольно. 3,7 вольта, 150 миллиампер, 30C, Ячайн, даже вроде как фирменная наклейка Ячайн. Вообще фирма Ячайн за последний год, ну, сделала такой прорыв, я бы сказал. То есть у них есть гуманные цены на FPV-передатчики, на FPV-камеры, на шлемы, у них огромное разнообразие шлемов. Вот очки они еще только не выпустили вроде. Квадриков очень много там, и поменьше, и побольше. Если раньше, мне кажется, лидировал VL-Toys, то сейчас уже лидирует Ячайн. Вот эти покупаются уже тысячами, ну, жалоб нету, всем нравится. Не, ну вообще классно, вот защита сделана супер, то есть жесткая, очень жесткая. И тут, ну, лучик не обломается, тут везде стоят перемычки. Это тоже плюс. Платка маленькая, все посажено классно. На вид, на ощупь я очень доволен. И чайн E10, E010, кому интересно. А, еще сюда ставят микро-FPV-передатчики, которые интегрированы с камерой, сразу с антенкой, и делают какие-то лабиринты там в, не знаю, в залах, дома, там, на работе, и летают. Пультик. Ну, пультик, конечно, очень маленький. То есть у меня здесь пульт побольше был, потому что тут сам коптер вовнутрь складывался, здесь защита, винты и еще зарядка дополнительная, встроенных до батареек от пульта. Это побольше, не поудобнее. Вот это я не знаю. В руках еще не держал. Ну, вообще маленький, вообще неудобно. Ну, стики довольно-таки жесткие. То есть, ну, как-то контролировать его, мне кажется, будет тяжко. Ну, игрушка, что сказать. Клавиши. Вот здесь какая-то возврат домой, headless мод.
Это триммеры вперед-назад, влево-вправо. На поворот триммера нету, на газ, естественно, тоже. Кнопка on-off. Питается от двух пачков батареек. Радиус у него, если не ошибаюсь, 30 метров указывают. У меня питается от 4 батареек, в принципе, за год, наверное, я их поменял один раз. Нет, я их ни разу не менял. Не путаем полярность, плюс к плюсу, минус к минусу. Закрываем крышку. Болтика, кстати, нету, но, в принципе, если есть, я бы вкрутил. Микро-мини-пультик. Квадрик больше, чем пультик. Я думаю, здесь кнопки включения-выключения нету. Аккумулятор вставил и полетел. Давайте попробуем. Фишку наоборот не вставить, то есть плюс-минус не перепутайте. О, есть диодная подсветка. Я так понял, спереди синяя, сзади красная, но ее в горизонтальном положении не видно, только если под наклоном. Включаем пульт, on-off, вверх-вниз. О, кстати, работает прикольно, так тихо, ничего не визжит, не жужжит. Проставок мягких нет. По столу будет хлопать. Кому не нравится, можно приклеить, но я этим не страдаю. Попробуем взлететь. Слушайте, класс. Высоту держит, я бы сказал, вообще супер. Мне понравился. Сдуло тут все, что можно. Вообще летает. Летает, я бы сказал, безупречно. Ну, говорю, не получится у меня его погонять. Не хочется разбить, угробить. То есть это... Вот с этим вот вообще не жалко его уже в стены бить. Он к потолку прикольно в защите прилипает. А этот все-таки не мне. Поэтому ломать не буду. Но если я такой думаю, уже закажу. Мне он нравится. Цена у него была 850-890 рублей. В зависимости от курса там иностранной валюты. Но для первого, а еще и домашнего, а еще и офисного, вариант вообще шикарный. Вот, он бьется, ему вообще ничего не происходит. Класс. Супер, для ребенка вообще высший пилотаж. Освоить, научиться. Значит, есть они зеленый или красный. Цена 860-890 рублей. Есть запчасти, ну, моторы, защита, ну, идет защита вместе с основной рамой. Есть аккумуляторы отдельно, есть вроде даже плата, есть даже плата под другой приемник. Ну, на каком-то своем поэтому контроллере, который даже через USB можно программировать под свои параметры. Не помню, либо на CleanFly он, ну, не буду врать, не помню. Съемный аккум плюс, огромный плюс, размерчик 8 на 8 сантиметров. Классный, вот мне вообще нравится очень. Радиус полета 30 метров, говорят. Ну, на улице проверить можно. Но главное там, чтобы потом его найти. У меня друг купил ребенка, к сожалению, улетел, ветром сдуло, так и не нашли. Значит, летает он порядка 5 минут. Если поставить какой-то FPV, естественно, время сократится. Я думаю, минут до 3, а может быть и меньше даже. Ну и зарядка 30-50 минут. Ссылка, где купить и на запчасти, будет под видео. Кому интересно, покупайте. Мне интересно. Мне очень понравился. Класс. Супер. Отзыв от джойстика вообще классный. То есть только вниз, он сразу вниз. Только газ даешь, сразу вверх. И может быть 4-лопастной все-таки пропеллер дает свои характеристики. Здесь 2 и то маленьких, а тут... Супер, супер, вообще. Всем спасибо, всем пока. Ставим лайк.